Претензия к Барзикову. Вы хотите ее решить? Давайте решать. Да, надо понизить тон. Мы здесь никому ничего не должны. Должны нам деньги, проценты, Диме. Подожди. Отношения, почему к тебе такое? Не кричи, не кричи. Что произошло? По ситуации. Смотри, мы пришли на конкурс. На пляж. Да. Ушли с пока пацаны. Еще. Секунду. Тише. Оль. Вредно привычку. Оля. Ребята, разберитесь, кто будет говорить, и говорите кто-нибудь один. Говори. У нее какая следить. Ситуация? Пока еще настраивали камеры, да, операторы. Пока ты еще не сказал, что мы начали. Мы зашли, то есть за камни решили просто вредную привычку использовать. Понимаешь? Еще раз повторяю. Вредную все. Привычку. Все. Он пока нас не снимали. Оля подошел и сказал сначала, иди. Но на что Оля с Димой начали спорить. Нет, а да. Он сказал один раз, он сказал второй раз, на что Оля начала оскорблять Ваню. И они продолжали использовать вредную привычку в местах запрещенных. Дети играли в волейбол. Подождите секунду, ребят, но это все равно не... Я сейчас не услышал оправдания того, что нужно тушить что-то от человека. Скажите, мы сегодня будем поднимать тему. Первый от меня. Я спрятала вредную привычку, он вырвал и взял Антимку тушить начал. Сегодня ты уйдешь с проекта. Как, что вы хотите, какие действия ваши дальнейшие по отношению к Ване? Сегодня поднимаем тему звонить, налогом. Мы будем звонить, подожди, звонить. Сейчас позвоним на поляну, ребята. Неплановое голосование. Неплановое голосование, чтобы человека просто убрали. Чтобы тебя гнали в шею. Ты готов сейчас?